Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Валекса. Интересный вариант атаки темных или матрицы сегодня случился со мной ночью, вернее, уже под утро. Мое желание выйти в астрал зашкаливало накануне, и все попытки были не благоприятны. И вдруг я поняла, что я нахожусь в какой-то светлой комнате. И первая мысль была: кухня-кладовка, да? То есть мозг пытается осознать, где находится эфирное тело, да, и вернее, астральное тело. И первая мысль была, что я попала в какую-то кладовку, а-ля кухня. Вот. Начала разбираться. Было очень светло, но свет был искусственный. Меня встретила женщина в черном костюме, похожая на какого-то бухгалтера, да, с таким вроде приклеенной улыбкой, но все же с таким не особо доброжелательным лицом. Она мне предложила пройти. Я огляделась и увидела интересный момент. Кругом стояли, знаете, как вот роллы заказывают, в фольге приходят, да, вот такие контейнера, завернутые в фольгу, и они стопками стояли вдоль стены. Она мне показала все это и говорит: а здесь мы храним души до лучших времен. Здесь им хорошо, комфортно, и когда надо, мы их выпустим. До лучших времен храним души. У меня сразу стрельнуло то, что это насильное удержание, да? Вот. И в этот момент, пока я размышляла, передо мной открылся такой же контейнер, и меня стало засасывать в него. Еще не успев понять, что происходит, я даже не успела оказать какое-либо сопротивление. В этот момент я услышала в реале голос дочери: «Мама, храпишь!» И проснулась, вышла из этого состояния, увидела, что мой кот носится вокруг меня, пытается залезть ко мне под одеяло, орет как-то неестественно и постоянно смотрит в потолок и вокруг. Ну, видимо, защиты сработали, и я осталась на свободе. Вот. Ну, я думаю, я бы не позволила, конечно, себя запихнуть в такой контейнер. Но вот такой новый вариант. Коробов там стояло не очень много, но я предполагаю, это новый вариант матрицы, ловушек для душ людей, чтобы их остановить от активных действий. Берегите себя. Не ходите в одиночку в астрал и смотрите мой канал.